Так, всем привет, это Альвинос и новый Магитех. Примерно он выиграл, так что, ну что, начинаем, только будут маленькие изменения. Хотели люди еще много чего. Альвинос ЛП, как-то так. Мод Хардкор, More Option, структуры Word типа дефолт ставим реалистик. Есть реалистик от Кварка. Он не такой приятный. Сюда вставляем этот самый сид. Вот, кому интересно, как и я, играть даун. More Option. Как видите, сундук и читы я не могу взять. Вот, ну что, создаем новый мир. Ну что, добро пожаловать на остров. Как видите, заспавнился я, офигеть, как удачно. Вот, ну ладно, у меня все равно предстоит маленькая вещь. Так, open to LAN, survival chest on, start LAN world. Это мне надо для того, чтобы вести гамме руле так гейм руле так натурал регенерейшн фальше вводим. Все, теперь у нас игра на уровне ультра хардкора. Вот теперь мы, значит, имеем только одну жизнь. При смерти, при потере здоровья она у нас не восстанавливается. То есть, по идее, должны быть довольны все, кто хотел ультра-хардкора и мех-магик. Но это, конечно, в самом начале у нас такая проблема. Так, чуть-чуть подлагивать для начала. Так, бины поднимаем. Так, и мне в основном надо вот это вот сейчас раскочегарить. О, яблочко, яблочко, яблочко. Это хорошо. Ну, естественно, набираем дерево. Вот. Ну, почему я выбрал ультра-хардкор? Я хотел вообще-то ванилу, думал, будет народ хотеть ультра-хардкором. Вот. Почему я выбрал именно эту сборку? Потому что тут есть что-то вроде грехтеха. Тут есть... как этот старый наш остров. Так, главное сейчас не нарваться на улей, который нас покоцает, и побыстрее набрать еды и где-то заныкаться. Где-то заныкаться я уже тут, конечно, когда в прошлый раз летал, я уже нашел место. Так, это у нас саженцы. Очень мне нужны будут яблочки. То есть вы спросите, как же это я буду восстанавливать свою жизнь, сердечки. То есть у меня сердечки, они если потратились, то я их не восстановлю, кроме зельев и всяких других штук, которые не восстанавливают. Так, противники только в океане, и это, я так понимаю, рыбы. Вот. Также пошли под... Коровка, блин. Пошли под нож такие моды, как... Так, кстати, там улей вижу. Возьмем немножко земли. Пошли под нож такие моды, как Псай и Кибервары, которые мне даже на Скайострове не понравились. Так, корова, ты мне не мешайся. Так, ботаний есть. Так, и Open Computers. Ну, я, то есть, удалил все моды, которыми я точно пользоваться не буду. И, точнее, и не хочу. Вот, не хочу, не буду, не надо, не просите. Вот. Кибервары, пса и Open Computers. Остальные я пока не составил. Ну, будем смотреть. Саму ссылку на сборку вы найдете в описании. Сид моего мира видели, как я вводил чит-моды, вы видели. После перезагрузки карты я этого сейчас делать не хочу. Мы эту самую... Как это называется? У нас читы все пропадут, я их не смогу вводить. Так что первая серия она с включенными как бы читами. Так, надеюсь, выпадет еще одна яблочко. Нет. Так, и что еще? Ну, посмотрим, сколько я вытяну в таком режиме.
Вот, как бы не первый год играю, поэтому могу себе позволить такую роскошь, но не переживайте. Если я умру, то я просто умру, потому что я знаю один баг или что-то такое, что позволит мне вернуться в игру. Но это меня не избавляет от ответственности, как бы соблюдать безопасность, чтобы не умереть нечаянно. Играем как в ультра-хардкоре, типа одна стерется мир. Вот. Так что будет, на данный момент, я так полагаю, будут довольны все, кто хотел на этом магик. Вот, если кто не знает, было голосование и ультра-хардкор. Ну, извините, на первой серии, как всегда, все нудно и неинтересно. Собираем вот эти вот самые деревья. Дерево мне понадобится, наверное, немало. Так, все, ну, думаю, хватит. Так, теперь мне надо набрать немного еды. Еда у нас растет вот тут. Главное, чтобы... А, чем гид, блин... Но надо ачивки выполнять тоже, как бы. Вот, ачивка get wood. Ну ладно, не даешь. У нас других еды хватает. Так, у нас тут, видите, есть railcraft. Дальше, что у нас еще тут есть? Это что такое? Actual addition. Это flex. Flux. Так, где-то тут я должен найти что-нибудь подходящее. Вот они, фрукты всякие. Вот у нас этот есть тут мод Palm Harvest. Так, коровки меня пока не интересуют. Их надо жарить. У меня нет оружия. Так, это мы берем еды немножко. Такой простецкой, но еды. Так, надеюсь, я не весь инвентарь забил. Нет, не весь. Так, где-то тут я знаю, есть то, что мне надо. Гравий, вот он. Да, не плавайте мне. Так, набираем гравия. Минимум 4, 6. Сколько тут мне кусочков понадобится? Ну, чем больше, тем лучше. Вот, до наступления ночи, потому что ночью, сами понимаете, я не ахти какой мощный игрок. Так, набираем воды. Ну, в общем, покатило. Вот, ультра-хардкор, не забывайте. Любое падение, любое удушение, там, лава и все прочее, вам хотите. Подождите, я в ту сторону вообще-то пошел. Так, я, по-моему, вообще не в ту сторону. Это то, что мне надо, находится не тут. И бегать особенно тут нельзя. Так, вот тут нас где-то пираты должны ждать. Ай, да, тут очень много диких ковов. Так, ладно, пробежимся. Еды у меня есть. Еда мне, вот они, пираты. И на них я даже не рыпаться буду. Даже не собираюсь рыпаться. Они меня быстро... оформит. Вот так у нас тут вот это есть, тоже пригодится. Ули вот эти безопасные, а вот forest 3 дерева, они довольно таки опасны. Так, есть у нас кусты. Ладно, кусты я заберу, пригодится. Есть мод натура. Модов тут куча, из-за этого могут быть лаги и... Ой-ой-ой, нет-нет, только не кулью. Так, поедим. Так, вот эти штуки можно собрать, я даже не знаю, что это такое, но оно пригодится. Так, вот это тоже возьмем. Так, видите, под землей красным помечены плохие места. Так, где-то тут я уже приметил себе в прошлый раз местечко. Не очень удачно, но лучше я не нашел. Так, нет, тут подземелье. Вот где-то тут-то. Так, новая генерация, может. Не, вот тут где-то должно быть такое более-менее хорошее место. Вот оно. Так, сбиваем землю и строим себе первую лабуду, будку для проживания. Вот такая вот
Маленькая будочка. Вот, время заниматься сейчас инструментами у меня нету, потому что эти Игра престолов, вечно говорят, зима близко, у меня ночь довольно-таки близко. Вот, поэтому опасное время. Так, мне надо много земли для начала. Вот тут главное не зевай. Ну вот, уже и ночь приходит. Так, надеюсь, успею сделать так. Так, главное себя замуровать. Так, так. Делаем потолок сразу тройкой, наверное. Трояк. Так, тут, наверное, вот так сделаю, чтобы мне тут никто не мешался. Так, тут вроде бы замутил тему. Так, это делаем сюда. Так. Опа, не хватило. Ой, сразу же у нас тут кто-то рычит. Так, все. Вроде бы успел. Так, дальше что мне еще надо? Мне надо... Где-то кто-то рычит. У меня ничего нет. Так, во-первых, съедаем все, что есть. Так, начинаем. Бирч, вот этот вот, делаем верстак. Еще один верстак делаем сразу же. Так, половина превращаем в доски и в палки. Делаем, естественно, с чего же еще можно начать? Столько стинкер-констракта. Так, делаем все приборы. Стул стейшн, вот эту штуку, потом вот это. Так, блин, вам, наверное, тут темно, но извините, фонариков у меня, опа, сейчас мне тут будет, сейчас было бы мне тут приятно очень. Так, освобождаем место. Так, ну, темнота у меня тут непроглядная, так что извините, пока есть читы, гамми моды 1. Так, вот, один фонарик берем. Извините, пришлось, потому что очень темно и меня никто не увидит. Вот, все, больше читами пользоваться не будем. Это то, и то пользуюсь из-за того, что, ну, я-то все вижу, но вы-то не увидите, вот, светло, да. Так, ставим сюда этот, сюда такую штуку и вот такую. Дальше идем сюда и делаем три ящика. Раз, два, три. Ну, там кто-то рычит, не обращайте внимания, наверное, не совсем страшно. Так, этот, значит, сюда. Угу. Ну, эту штуку можно, наверное, поместить. Так, этот у нас вырезает. Нет, не этот. Ладно, черт, не пускай будет оно так. Все, готово. На этом мы вырезаем. Нет, не на этом. И не на этом. Вот на этом мы вырезаем. Значит, нам надо... еще надо два ящика поставить. Так, два ящика. Значит, тут мы вырезаем, значит, кирка, лопата, топор. Потом перекрестие и палочки, да, это все запихиваем вот в эту штуку. Так, дальше режем меч, такое и вот такое. Вот, опять запихиваем сюда, чтобы оно нам не мешалось.
Так, теперь мы начинаем это все вырезать. Так, у меня есть гравий. Раз у меня есть гравий, значит, у меня есть кремний. Вот, кремния маловато, но у меня другого выхода нет на данный момент. Так, ложим кремний. Это у нас кирка. Это у нас, наверное, так, что еще мы можем сделать? Топор требует 4... Материал валует 4 фринта. Угу. Тогда, наверное, меч. Тогда, извините, наверное, меч. Да, а нет, два берет. Так, этот еще сделаем тоже из флинта. Один оставим на ремонт. Так, сюда скидываем все, что нам на данный момент вроде бы как не надо. Освобождаем инвентарь. Блин, мода одного нету, который нам инвентарь порядкует. Ну ладно, так, это. Флинт не нужен пока, мисс. Так, что дальше? Палочки нарежем. Хотя палочки не так хочу нарезать. Так, берем лок. Так, раз, два. У меня пока есть два только. А, еще крестики нужны. Крестики, раз. Крестик. Так, ладно, тут лежит. Так, что, собираем первые инструменты. Тинкерсы. Ну, что еще тут соберешь-то? При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Так, флинтовая и мечик. Можно, конечно, эту сделать, но мне я привык к этому, поэтому делаем флинт. Так, что мы получаем? Модификаем. Вот, хорошо. У нас есть прокачка. Мода. Так, тут опасно копать ночью. Так, стик. Так, что еще могу хорошего сделать? Ну, в принципе, можно сделать... Что такое? Сделать лопату. Хотел бы этот, но придется лопату делать полностью из дерева, да? Пока не из дерева, к счастью. Так, вуд, стик и оголовье. Вот. Дерево ложим сюда, палки ложим сюда. Кстати, в этой версии вот этот вот стик необработанный не подходит. Так, лопата. Лопатонос. Так. Так, и надо сделать мне сразу же раз, два, раз. У нас тут есть гладиатор шилд, поэтому мы тут делаем гладиатор шилд. Он делается он таким способом. Вот. И потом мы его уюзать, потом можем его усилить. Так. Вот. Шилд мне нужен, потому что он хардкор. Вот. Ну, во всяком случае, более-менее защищен. Так. Где-то, зараза, орете. Где ты? Вот где-то шарет, говнюк. Ну ладно, не будем пытать судьбу. Идем, закупаемся, однако, под землю. Вот, наберем хотя бы первых камней, там ресурсов. У меня ж ни хрена нету. Мне надо уголь. Так, хотя бы 8 камней набрать. Вот, 8 камней. Вам, конечно, ничего не видно, так, ну, более-менее набрал там всяких ресурсиков. Делаем первую печку. Блин, вот тут он меня бесит. Вот так, первая печка. Ставим, наверное, сюда. И делаем. Так, две палочки, бревно. Ладно, четыре палочки, два бревна. Два сюда, давай жарься. Так, камни мне не нужны. Лаймстон, что из него можно сделать? Декорацию. Блин, где он там воет? Эй, ты, воющая тварь. И там что-то еще нехорошее стоит. Так. Где-то тут.
А, под землей, наверное. Где ты там? Ой-ой. Не-н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 е
так. Смотался. А раньше бы я бы на него напал. Так, фонарики у нас есть. Эй. Ладно, сам исчезнешь. Мне проблемы пока не нужны. Так, что, пошли копать первые ресурсы. Ну, такая первая серия вступительная в основном. Ничего тут, наверное, особенного не было. Железико. Железико. А это там что наверху было? Ничего там не было. Наверху у нас будет стоять фонарик. Так, первое железико. Железо это хорошо. Железо это ведро, это бровня, это все прочее. Так, железо. Так, блин, а вот не знаю. Тут чешуйница-то вообще-то есть. Гнездо я не нарвусь на какое-нибудь. Так. И сколько его прокачать должен? 39. У, 500 единиц. 500 штук выкопать, а у него прочность 190. Значит, о. Applied Energistic. К нам приходит город, да? Это хорошо. Так, Applied Energistic. У вас существует? Так, это значит ставим, как всегда, по привычке сюда. Так, подождите, а уже не сделали? Не ставится. Так, ну, первая серия, она, как всегда, нудная, зато ультра-хардкор за счет этого можете делать ставки, господа, когда я помру. Сколько я протяну. Ух ты, сколько ресурсиков-то. Это очень приятно, приятно. Во, у нас уже сразу есть, считай, как его, миссиратор. Если он в этой версии есть, вот точно не знаю. Так, железо есть. Вот какая-то руда новая. Даже не знаю, что это такое, что такое ураниум ор-генератор. Ясно, взять не можем. Так, это что такое? Осмий. Осмий вещь полезная. Осмий это механизм. Мод. Ну, моды будете видеть по мере их поступления. Так, ну что. У нас там вроде бы все поразбежались. Так, что-то темно, мне кажется. Так. По стандарту. Так, у нас тут даже есть грех, что-то вроде грех теха, но четвертого. Так что хотел я поставить вместо него индустриал, но индустриал уже всем, наверное, надоел. Этот самый, как его, уголек. То есть уголек. Так, а что у нас шилд дает? Шилд Max Protection 104. Интересно, он защищает, как ванильный. Кстати, в 11-й версии ванилы шилд защищает полностью. Так. О, еще уголек. Ну, покопай-ка. Так, надо тут поставить что-нибудь, а то не видно ничего. Так, это что у нас? Клей. Марбл, марбл, клей. Клей мне понадобится для тинкер-констракт печки. Так что клей берем. Мало ли чего еще пригодится. Очень полезная вещь. Так, для чего у нас марбл может клей использоваться? Так, биндер композит, эндер айо, кукет брик, что это? Импульсих инженеринг, концентрат. Ботания, Forestry, ух ты, эндербомбы, Railcraft, Bitching Clay какой-то, что еще тут можно, кирпичи, Dynamic, Actual Additional, ну, в общем, модов тут полно.
Вот, по ссылке в описании зайдете и увидите. Так, это мы все выкапываем. Хотя он мне на данный момент нафиг не нужен, но... Хотя, как сказать, не нужен. Тинкер Констракт печка. Вот. Так, сразу говорю, мне будет сейчас большая охота за золотом. Золото для меня все, потому что, по-моему... Я, конечно, плохо моды знаю, некоторые. Но, по-моему, единственный вариант восстановить все здоровье, это... Так, где, откуда я вообще пришел? Так, тут. Это золотое яблоко съесть, простое. А это 8 слитков золота. Так что не так оно все просто. Так, ух ты, что такое? Dark Ore, Evil Craft. Нету доступа, чтобы его долбить. Зато есть металл. Так, ну свечки подходят к концу, поэтому факела. Так, Evil Craft. Вот его вообще не знаю, этого мода. Так, Marble. Пригодится. Что, еще можем немножко ниже опуститься. И... О, еще железо. Ну, как хорошо. Железо это всегда хорошо. Так. И много железа, слушайте. Я так и форму себе сделаю. Это сколько у меня кусков уже. В самом начале оно мне все надо. Так, о, еще и эти самые кристаллики. Кристаллики. О, еще один. Так, где я тут должен копануться. Так, о, уголь. Ух ты ж, как. И наверху уголь, смотрите. Правда, моя кирка приходит бздец, так что все. Докопался. Ладно. Идем наверх. Так. Ну, полчаса, думаю, запишу серию для начала. А там будем есть, посмотреть. Так. У меня есть лопата. Так. Судя по значкам наверху... Так. Расширяем немножко свою деревню. Нору. Как настоящие майнкрафтовцы начинаем под землей. Так, 17. Так, ты мне штука какая мне не нужна. Так, 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 так. Подземные жители. Нора. Так, дальше. Что мы можем из этого сделать? Сможем наш миссиратор сделать? Можем. Для этого нам надо... Гранит, коблстон, 4 палки. Так, это все мы, наверное, скидываем пока мест. Так, это. Так, где у нас флинт? Чиним кирку. Так, надеюсь, одного хватит. Ну, более-менее. Так, значит, надо 2 этих. 4 этих. И 3 этих. Потом 3 этих. Да, делаем не туда. Раз, два, три, четыре. Сделали это. Складываем сюда. Блин, что гранита только 2. 3, пожалуйста. Хотя, блин, доступ был отсюда. Так, раз, два, три. И раз, два. Не так. Раз, два. 3. Вау, первый миссиратор. Так, дальше для него. Так, раз, два. Раз, два. Тут у нас верстак. Так, так. И, по-моему, вот так она делается. Да, штучка, дрючка. Так, эту штуку мы ставим сюда. Это сюда. Сюда и где у нас металл 31. Ну, в принципе, это надолго. Работаешь. Куда ж ты денешься? Что ж, наверное, за кадре я пошел ее миссерировать. Так, ну, чтобы как-то разбавить это все дело, мы, наверное, сделаем себе получше, как она называется, получше лопату. Вот, починим старую. Ее надо починить перед апгрейдом. Так, еще надо. Ну, знаете,
палочку вот обновили, и теперь мы ее можем апгрейдить. Так, что нам это дает? 2,8, а так 4, спид увеличивается, ну, в общем, намного лучше. Так, у меня есть меч, так, подождите, у меня есть железо, да, я там помню, у нас овечки бегали, шест, и вот одну вот эту вот, так, давай, плавься, у нас что, опять темнеет, блин, наверное, не успею, я хочу поспать сегодня ночью. Так, один iron, achievement get, acquired hardware. Так, где у нас там? Давай, давай, ну быстро, быстро. Мы не спартанцы, но мы не ленимся. Так, это. Так, во-первых, поесть чего-то надо. Давайте грапем съедим. Блин. Так, надеюсь, чужих животных нету. Вон где-то овцы я видел. Ну чё, бонзай, ребята. Прям бонзай. Так, овца, иди сюда. О, у вас тут как раз три. Мне, наверное, на кроватку хватит. Так, овца, иди сюда. Меня тут в любой момент сожрать могут. Блин, вот плохо, что вы плаваете. Так, ну чё, и бегом домой, бегом. Бегом, только бегом домой. И никаких люлей. Блин, я даже не знаю, где я живу. Так, вот она, это моя нора. Так, фу. Система прошла беспроблемно. Так, ты, надеюсь, кроватка тут по-старому делается. Оу, Что ж, спи, дорогой. Вот. Первые сутки прошли беспроблемно. Так, у нас есть 4 железа. Настоящие майнкрафтовцы сначала делают ведро. Подождите, это у нас что, утро или вечер? Я не понял. А, у нас получается это утро. А чё я тогда бегал? Так, на всякий случай принесем хату в аду. Вот так вот двери оставлять, как я оставил открытыми, это не есть хорошо. Да. Так, на всякий случай воды себе занесем сюда, чтобы потом не бегать. Вот так, дальше у нас тут я видел немножко помидорчики, огурчики. О, у нас тут такая с подносом бегали. Так, что я там получил? О, знаменитый old этот самый. Так, где-то у нас должна быть вот она. Что это такое черное? А, это у нас секси. Так, овца, иди сюда. Отдари мне свою шерсть. Где-то рядом какой-то враг ходит. О. Немножко этого уголька. Так, и нам, кстати, понадобится. О, вон. Ага, так это у нас охранник. Понятно. Храм. С помощью мода Quark эти охранники появляются водяные где угодно и когда угодно. Так, уголь я возьму. Уголь вещь нужная. Так, что-то там плавало. Так, где-то тут еще что-то я видел нечаянно. Ну, еду пока мись возьмем. А, вот оно. Кусочек железа. Железо вещь полезная. Так, идем сюда. Вот так закрываем вход, чтобы нас никто тут нечаянно к стене не припер. Так, это мы напили. Трешку. Так, шерсти. Ух ты, уже 26. Вот это не есть хорошо.
Так, это мне не нравится. Блин, двери я делать не хочу. Так, нас же может кто-то забежать и съесть наш. Ну, пока мы будем вегетарианцами. Это же там маленький какой-то у нас товарищ. Так, что еще могу полезно сделать? Что-то я хотел. Ага, вспомнил. Мы сделаем много факелов и обсветим все вокруг. Да, блин, говнюк, ты где? Ты уже где-то рядом. И с тобой шутить не очень неохота. Ой, даже не знаю, что делать. Они ж такие верткие, маленькие паразиты. Беги. Где ты там? Ты ж не отстанешь, да? И под здесь водой не горишь. А ты чё, на ум? А чё ты сгорел? Вы же не горите. Вот это мне стало интересно. Маленькие же не горят. Ну, тут в этой версии, может, горят. Не бегай так, умрешь. Ладно, избавились от маленького. Так, продолжим. Так, значит, нам надо уголь и... Ой. Уголь и фонари. Так, это вот мои любимые фонарики из моды Tinkers. Так, светим. Ну, естественно, вход. Так, и всем тут, наверное, не работает. Так, тут-то. Вот. Ну что, прошло пару дней, я пока месяц жив. Да? Так, сюда, наверное, сюда. Блин, не видно, где тут. Так, и всем у нас работает. Судя по всему, нету F7. Ну, нету, так нету. Ладно. Вот такая первая серия. Я вас оставляю. Сам за это время перемолю всю руду. Да, переплавлю. Благо, печка есть. Дальше что я сделаю? Пойду накопаю песка, глины, гравия. Надеюсь, за это время меня ничто не убьет. Прокопаю туннель вниз. Это, ну, чтобы вы знали дальнейший план. Так, для начала, наверное, все же закроем полностью пещеру. То забыл я про маленьких. Вот. Ну и на этом все. Пишите, как вам первая серия. Увидимся. Это был, точнее, почему был. Это есть Альвинос. И новая сборка Робинзон или Мех Магик. Вот. С вами встречаемся в следующей серии. Спасибо за внимание и пока.